Здравствуйте, с вами Марат Галимов. И сегодня я сниму видео, как слепить одного из троллей из мультика «Тролли DreamWorks». Это алмаз. Нам понадобится серебряный, белый, сейчас достану, белый, серебряный вы можете найти вот в таком вот пластилине, где есть золотой и серебряный. Такой пластилин, такие там цвета. Вот тут был белый, вот тут был серебристый, вот золотой. Вот. Немного зеленого. И немножечко, очень немножечко синенького. Вот такие четыре цвета нам понадобятся. Сначала начнем мы с тела. Вот. Так, я переверну камеру, как будто вот так. Вот. Видите, надеюсь. Вот такой вот серебряный. Берем и просто делаем ему тело любого размера. Я его сделаю поменьше, чтобы много серого не терять. Вы там точно меня видите, интересно. Вроде видите. Вот так. Я сменила обстановку, потому что там у меня вещи пока что стоят. Ой, боже. Ну, единственный минус в этом застелении, то, что серебристый и золотой прилипаются к пальцам там или еще куда-нибудь. Вот. Просто делаем овал. Так. Так. Делаем овал. Немножечко его делаем подлиннее и вот так. Делаем его как бумеранг. Только немножечко округленный. И эту часть делаем так. Вот. То же самое с другой рукой. Так. Так. Он бесцветный. Он блесткий. Он не серебристый, он простые блестки. Не знаю, зачем такие сделали. Ну, почему я начала не с главных героев? Там не с розочки и не со цветана, потому что розочку и цветан я могу уже сделать, но я их не хочу делать. Потому что вот этот алмаз мой любимый герой, да. Потом мы поучимся и сделаем вот это. Тех двух девочек, потому что они стоят рядом. Вот. Сам фильм я смотрел, но... Ой, мультик. Ну, не скажу, потому что он еще в кинотеатрах. О боже, и вы его можете увидеть. Как-нибудь, не знаю, как его сейчас поставить. Вот. Как-нибудь так. Блин. Обстановка будет круче. Вот. Такое вот тело. И руки. Потом делаем ему шею. И сзади тела ему делаем попку. Ведь он у нас там был с попкой. Такие два кружочка просто делаем и все.
Да, слишком большая попка даже у нас получилась. Вот. Ладно, можно было и не делать. Так. Теперь еще делаем овалы, только уже потолще. Так. Ну вот как-то 3, мне кажется, пальца хватит. Вот так. Такие вот ножки. И просто немножечко делаем, потом делаем вот такую, такой кружочек и расплющиваем его. Вот. Ставим сюда. Немножечко вот это вот так сгибаем. Округляем. И прорезаем немножко. 2 и 3. Вот мы прорезали, и у нас все получилось. Потом то же самое делаем с другой ногой. Вот. Такой у нас пока что получается. Он не очень большой, у нас получится. Но мне нормально будет. Вам не знаю как. Потом делаем ему большую головку. Просто делаем такой вот овал. Вот и все. Овал. Не прицепляем, потому что будет сложно потом прицепить волосы. Начинаем теперь с волос. Берем белый. Подкрепляем немножко. Целый вот такой вот кусочек. Потому что у него у нас длинные волосы. Вот так. Делаем. Ну, как-то вот так, чтобы было похоже, у кого получше получится. Вот так. Вот. Цепляем детальки. Дальше берем синенький. И делаем улыбчивое лицо. Так. Можно было сделать с такой, но мне как-то вот так будет интереснее мне. Вот. Такое личико. Потом делаем за пределами вот тут внизу улыбочки, зубки, только не острые, чтобы было нормально. Какой-то вот такой получится у нас тролль. Дальше делаем ему личико, носик, просто опять овал, и все, овал.
и делаем глазки. Все уже знают, как их делать. Надеюсь. Даже на Бергена похож. Ой. Да. Ну вот так у нас как-то получилось. У кого получше получится. Делайте получше. Такой настрой получился. Дальше берем и делаем ушки. Ушки на макушке. Вот такие вот ушечки делаем ему. Как у троллей. У эльфов тоже, кстати, такие. Тролли обычно бывали злыми, а тут тролли это даже главные герои. Вот. Вот такой алмаз. Извините. Вот у нас и готов алмаз. Все, пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.